сыграем еще в одну миссию. Call of Duty Modern Warfare 2. Надо захватить нефтяные платформы и освободить заложников. Похоже, мы и движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, МакТавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр? Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627. Так, сейчас поплывем к вышкам. Сейчас выйдем из подводной лодки. Приказ получен. Ангар затоплен. Давление на максимуме. Начинайте. Группа 1, аппарат пошел. Хоутл 6, курс 019. Высаживает группу 2. Встреча у цели. Хоутл 6. Глубина 20 метров. Снимем часовых. Ударим одновременно. Поделись. Начинай. Вали. Ненавижу морской бой. Двое противников в секторе 1 Альфа движутся к сектору 2. Так точно, Хоутл 6. Расслабляться, ребята. Объект у ограждения. Разрешаю огонь, только с глушителем. Все чисто. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Хоутл 6 вас понял. Группа 2 займется эвакуацией. Продолжайте поиски наверху. Так, все наверх. Выдвигаемся ко второй палубе. Внимание, всем быть начеку. Территорию патрулирует вражеская вертушка. Не высовывайся, Хоутл 6. Вас понял. Вражеская вертушка. Укрытие. Вперед. Хоутл 6, у вас там заложники. Так точно. Бейте! Бейте! Бейте!
Механики со второй палубы спасены. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Заряды на месте, сэр. Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Там патруль. Не стреляй, пока не подойдут ближе. Тихо. Тихо. План Б. Выполняем. Контроль, это Хоутл 6. Нас обнаружили. Вас понял. Разведка сообщает о наличии заложников и, возможно, взрывчатки на верхней палубе. Ваша задача — взять район под контроль, прежде чем мы вышлем группу для подавления ЗРК. Прием. Хоутл 6. Группа, отбой. Следуйте наверх. Я... Вас понял. Будем ждать эвакуации в точке права. Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед! Гост, вперед! Контакт у тебя на 12. Разведка сообщает о наличии заложников и, возможно, взрывчатки на верхней палубе. Ваша задача — взять район под контроль, прежде чем мы вышлем группу для подавления ЗРК. Прием. Хоутл 6. Группа, отбой. Следуйте наверх. Вас понял. Будем ждать эвакуации в точке права. Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед. Вперед. Немедленно следуйте наверх и освободите остальных. Отбой. Понял, выполняем. Отбой. Давишь.
Бежать. Раз этой. Куст. Цель на 12 часов. Дымовая завеса. Внимание всем, у этих ребят тепловизоры. Дым им не помеха. Они покидают укрытие. Куда он выстрелил? Вижу противника. Вперед. Куст. Цель у тебя на 2. Они ставят дымовую завесу. Внимание всем, у этих ребят тепловизоры. Дым им не помеха. Граната, бежим! Голд души. В вашем районе есть заложники. И, возможно, взрывчатка. Прием его. Вас понял. Внимание всем. Стрелять осторожно. Мы не знаем, что там за дверьми. Вот. Движение уводит. Так. Откуда вообще видно? Вперед! Луч! Цель у тебя на 2! Противник ставит завесу! Внимание всем! У этих ребят тепловизоры! Дым им не помеха! Куст! Он вне укрытия! Не могу стрелять! Не вижу цели! Куст! Я так у тебя на 7! Так точно, ты подтвердила! Прикрой внимание всем, у этих ребят тепловизоры! Дым им не помеха! Контакт у тебя на 9! Понятно, какой-то там свой. Все белые. Так, у тебя на 9.
вашем районе есть заложники и, возможно, взрывчатка. Прием. Вас понял. Внимание всем. Стрелять осторожно. Мы не знаем, что там за дверьми. Сорвите дверь. Мы ударим с двух сторон. Порядок. Здесь чисто. Контроль. Все заложники освобождены. Повторяю, все заложники освобождены. Следую в точку права. Прием. Хоутл 6. Отлично. Высылаем морпехов для ликвидации ЗРК. Готовьтесь к фазе 2. Конец связи. Гантер 2-2. Это каратель главный. Платформа. Каратель, это охотник 2-2. Понял, подтверждаю. Каратель, это Феникс 1-1. Длиной в 15 следует в квадрат 257-221. Для подавления ПВО. Как там обстановка? Каратель, всем бортам в квадрате 255-202. Воздушное пространство под контролем. Повторяю, воздушное пространство под контролем. Следуйте пункт назначения по маршруту Новембер-2. Каратель, это Хантер главный. Хантер 2.